Всем железный привет! С вами «Техническая среда», я ведущий Геннадий Емелькин. Для обработки кожных изделий есть множество всевозможных средств. Но есть старое проверенное и надежное средство под названием касторовое масло. Его можно приобрести в любой аптеке. Для того, чтобы нам как бы обработать кожаные изделия, нам потребуется, кроме, естественно, касторового масла, еще небольшая салфеточка. Итак, приступим. Каких-либо сложностей при нанесении касторового масла на кожную поверхность руля нет. То есть берем, смачиваем салфеточку и начинаем аккуратненько так втирать. То есть пластиковые детали мы, естественно, не обрабатываем, так как пластик он не впитывает масло. Соответственно, если мы, допустим, немножко переборщили, то масло будет дольше впитываться. Поэтому никаких тут хитростей нет и осложнений тоже не будет. Дело в том, что просто надо подождать. Например, если много положили масла на руль, то ну, где-то через, там, например, 1.5-2 часа оно полностью впитается, и будет все хорошо. На этом все. Всем спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал журнала «За рулем».